На нас напали. Мы ведем войну. Представьте такой киносценарий. Бывший агент КГБ, разгневанный распадом своей родины, планирует месть. Пользуясь хаосом, он делает карьеру в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и нацеливается на своего заклятого врага США. И, как настоящий агент КГБ, он тайно использует кибервойска, чтобы атаковать демократические режимы по всему миру. Он использует соцсети для распространения пропаганды и ложной информации. Он убеждает людей в демократических обществах не верить СМИ, политикам и даже соседям. И у него получается это. Этот шпион – Владимир Путин. И это не киносценарий. Наш президент должен поговорить с нами на чистоту и сказать нам правду. Нам нужно, чтобы он сел за стол в овальном кабинете и сказал: «Дорогие американцы, во время последних выборов нас атаковало российское правительство. Я призвал Конгресс и спецслужбы использовать все возможные ресурсы, чтобы провести тщательное расследование, чтобы разобраться, как именно это случилось. Свободный мир рассчитывает на наше лидерство. 241 год наша демократия была для всего мира примером и источником вдохновения. И у нас есть долг перед отважными людьми, которые боролись и погибали, защищая нашу великую нацию, спасая демократию. Ради будущих поколений мы обязаны продолжить их дело». Морган Фриман.